наступлением декабря в воздухе всегда возникает ощущение новогоднего чуда. Участницы проекта «Модель X» погрузились в эту атмосферу в рамках бьюти-девишника, где открылись все секреты красоты. Если разрушен липидный слой кожи, то это, в принципе, сразу бросается в глаза. Как правило, это бледная кожа, она достаточно рыхлая, она с морщинками, она сухая. Что разрушает этот липидный слой кожи? Самое первое – это мыло, которым многие любят умываться. Солярий, мыло, горячая вода. Потом не надо до сумасшествия вот так вот натирать себя полотенцем. То есть этим самым кожа испытывает стресс, вы ее травмируете. Девушки смогли освежить знания по уходу за кожей лица и узнали об инновациях в косметологии. Это космецевтика, то есть это косметика плюс фармацевтика. А задача была изменить слой эпидермиса. То есть эпидермис, все знают, да, что это верхний слой. Сделать это возможно только, собственно говоря, с помощью лекарственных каких-то средств, потому что тоже там акне, дерматиты, они не лечатся, в общем-то, с косметикой, так будем говорить. Тут обязательно нужно подключать какие-то лечебные средства. Вот эту задачу как бы они воплощали, так сказать, в жизнь. Ольга рассказывала о новом поступлении из Кореи, о новых направлениях в косметологии. Я решила попробовать. Я хочу сказать, что вот эти крема мне очень понравились. По своей консистенции, по своей пластичности, по тому, как они наносятся, по дизайну. Ну, для меня это открытие. Это что-то новое в косметологии, которое я еще не пробовала. Хотелось практически каждую новинку, о которой сегодня рассказывала Ольга Геннадьевна. Это уходовая косметика. Косметика для увлажнения, для сохранения молодости, красоты. И она гипоаллергенная. Будем пробовать. Ну, как бы с корейской косметикой я давно уже познакомилась. Я пользовалась шампунями корейскими, патчи для глаз использовала, крема увлажняющие, там всевозможные гели. Ну, такую как бы вот самую распространенную косметику. Конечно, хотелось бы еще такую более глобальную, такую вот, ну, на основе что-то ботокса такое, чтобы как бы омолаживаться немножко. Я очень полюбила, потому что корейцы, они изначально и для российских женщин подбирают косметику, и то есть она нам очень подходит. И действительно это так, и она работает. Ну вот я покупаю ее, и очень нравится. Я познакомилась с корейской косметикой буквально год назад. До этого абсолютно не знала ничего про данные производителя. И Ольга очень интересно достаточно рассказывает. Честно говоря, влюбилась в средства сыворотки корейские, покупая себе дочери. В качестве идеи подарков для родных и близких девушкам предложили бьюти-боксы, которые можно собрать в зависимости от возраста, состояния кожи и структуры волос. В комплектах помимо популярных средств – сувениры, чаи и праздничные свечи. Символ года занял самое почетное место на полках. У нас есть специальный наполнитель, который мы сюда укладываем, и все, да? И дальше он берет уже то, что ему нравится. Вот это гель, например, для душа, да? Вот можно там положить, ну, не в эту коробку, например, положить шампанское, это тоже гель. Можно положить там, допустим, масочку, можно положить какой-нибудь вот такой вот прикольный брелочек, бомбочка вот такая с Новым годом. То есть вы можете спокойно собрать собственный подарок. Узнали некоторые идеи новогодних подарков, которые можно сделать в одном месте и для всей семьи. В том числе и для детей. Здесь есть как готовые уже комплекты подарков, которые сформированы сотрудниками магазина, так и можно подобрать на свой вкус. Вы можете взять пакет и спокойно пойти, допустим, вот мы взяли, к примеру, с коллагеном серию. Вот это будет сыворотка с коллагеном для глаз. Дальше мы, допустим, взяли тонер для лица, вот тоже с коллагеном. И еще, например, мы взяли сыворотку, и у нас получилась целая серия. Здесь можно не только для себя, можно и для ребенка, и для мужа, и для подруги. То есть здесь очень большой ассортимент. Маски тканевые. Это самый популярный подарок на Новый год. Вот видите, тоже а-ля коровка. Вот такие вот сделаны. Кислородная маска, очищающая маска, питательная. Тканевая маска, да, опять же, самый популярный подарок. Вот, если вы возьмете, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У вас будет 7 масок на каждый день недели. Ну, я считаю, что это обязательно нужно зайти. И недолго думая, можно выбрать любой подарок на любой возраст. Пожалуй, самым трогательным моментом этой встречи стало появление Деда Мороза и Снегурочки. Девчонки да мальчишки!
хоровод, игра в снежки и стихотворение возле елки, традиционные, но волшебные ритуалы. Именно такого простого счастья не хватало нашим героиням после этого нелегкого года. Новогоднее настроение появилось только сегодня, потому что, учитывая обстановку и то, что у нас на работе отменился праздник, сегодня просто, можно сказать, у нас Новый год. Поэтому сегодня не могла не пропустить эту вечеринку. Настолько все интересно, познавательно. Вечер прекрасный, поднимает настроение перед Новым годом. Добавилось очень позитива. Спасибо организаторам, Ольге. Ждем Новый год, ждем изменения ситуации. Не только в стране, но и в личной жизни. Очень веселый вечер, позитивная обстановка, домашняя, веселая. Сеть магазинов корейской косметики Тони Молли поздравляет с Новым годом и Рождеством и объявляет розыгрыш. Вы совершаете покупку на 1000 рублей, заполняете вот здесь фамилию, имя, отчество, телефон, чек прикрепляют к этому билетику, и он участвовать будет в розыгрыше. Розыгрыш пройдет 15 января, результаты мы опубликуем во всех наших соцсетях и также на сайте 74.ru. На красной 69 уже стоит один из призов, это телевизор, вот такой 32 дюйма, вот он уже перевязанный, красивый такой ленточкой. Еще помимо этого телевизора мы разыгрываем смартфон и наушники. Магазины сети корейской косметики Тони Молли расположены по адресам: улица Красная, 69, торговый комплекс «Космос», ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста» и ТРК «Радуга».